Вот таким невероятным небом нас встречала Италия. Мы жили в уютном номере с колоритным окном, почти в самом центре. В этом путешествии мы были в разных городках Италии, поэтому привязки к определенному месту не будет. Это стоянка гондол. Раньше эти лодки использовались в качестве передвижения по городу, а сейчас просто для развлечения. Can I have two ice cream, please? Что, закрыто, что ли? Закрыто? Я тебя вижу. Ты здесь. Я тебя вижу. Ну как, говори. Тебе это нравится? Да! Я так и... Не попрекаси, не попрекаси. Ну позвони, президенту позвони, скажи. Чуть не взяли трубку. Да, сейчас. Алло, президент Америки. Да-да, срочный разговор. Мария хочет с вами пообщаться. На, Мария, на. Hello, меня зовут Саки. Пока, пойдем мы за Саки. Я буду сегодня купаться. Сами купаться. Дальше мы решили, что гондол было недостаточно, и отправились купаться в аквапарк. Съездили к Пизанской башне. Сходили в театр. Посмотрели на город сверху. И обогатились искусством. Лошадки. А, за хвост ее. Потом мы все вместе направились в открытый зоопарк. Где увидели очень много разных диких животных, и Маша даже успела найти друга. Вы не кусается? Ты его не кусается?
Козел? Черепашка. Куда? Черепашка, да? И закончили наше путешествие прогулкой по ночному городу. Поехали! Если понравился наш мини-влог, подписывайся, так как в следующем видео мы будем исследовать Диснейленд. Пока!